Всем привет, чуваки, и сейчас главный вопрос. Евген, почему ты зажал второй эпизод? Почему ты такой мудила? Почему плохой такой? Что с тобой не так, Евген? Все проходят, ну, в Америке, да, в Америке все проходят. Но мы почему-то смотрим уже на Америку. Русские видеоблогеры никому не нужны. А, так вот, что не так? Чуваки, меня обманули, как всегда. Надеюсь, что это не будет происходить всегда. Тейлы обманули меня, и я купил два эпизода, потому что, ну, блин, потому что доступно два эпизода, я купил два. А вместо второго эпизода мне вылезал экран с надписью «Эпизод 302». На самом деле, эпизод мы не завезли. Я написал в ТНТ, сказал, что за фигня, мои подписчики ждут, почему вы их обманываете, почему вы обманули меня. Тейлы мне ответили в 6 утра, сказали, что все, мы все пофиксили. Возьми, бери, скачивай, записывай видос скорее, да и чтобы тебе... твои подписчики лайков побольше поставили. И я такое, спасибо за подгон. Все, давайте играть, чуваки. А, кстати, на PS вообще ужас, я купил. Я подумал, что ладно, потрачу еще 1000 рублей, куплю себе первый и второй эпизод на PS4. Они вообще там не работают, чуваки. Вообще. То есть нужно покупать Season Pass, чтобы у тебя работала игра. Если ты покупаешь себе первый и второй эпизоды, то они работают в режиме демо-версии. То есть второй эпизод опять же играть нельзя. Я написал Sony, сказал, что за фигня, почему... вы меня тоже решили обмануть. В общем, чуваки, все, идем играть во второй эпизод. Вот такая предыстория. Преодолевая напасть за напастью, Хавьер ведет группу беженцев в безопасное место в городке неподалеку. В общем, хотел рассказать, чтобы вы не думали, что это я такой плохой. Это они плохие, чуваки. Я ни в чем не виноват. Я хороший, я няшка. Все ради вас, чуваки. Все ради вас. Как же я люблю вас, чуваки. Вы такие няшные. Я так ждал второй эпизод до 2 ночи вчера. Сидел, думал, пытался что-то сделать, но... ну... не, ну зато я, кстати, перепрошел уже первый эпизод. Монтаж по нему скоро выйдет. Там очень интересные выборы будут. Реально очень сильно игра меняется, если выбрать немножечко другие варианты. Ну не то, что прям очень, но есть изменения. То есть, например, мы можем в клетке не сидеть с Клементиной. Все, пошел второй эпизод, наконец-то. Господи. Он еще и лагает ко всему, вообще отлично. А, не, нормально, оказалось. Please, let me do the dishes. Да, я тарелки помою. That's the least I can do. Хоть что-нибудь сделаю. No, I'm crashing here. Раз я к вам вписался. Писуны всегда моют тарелки. Писуны. Вы друг друга родные, к тому же. Если их помыть неправильно, то их начнет орать, как огромный младенец. Что-то не смешно стало. I'm a pro at this point. Вот. Тогда скажет, у младенца пусть сам идет сюда и моет. Тут не так много. Я знаю, что ты не возражаешь, но я здесь надолго не задержусь. Надо просто, знаешь, типа как, встать на ноги чуток. Ты прав, я не возражаю. Но возражает Дэвид, так? Чуть-чуть, может быть. А сейчас забудь, что я сказала. Я не должна была. Он вечно говорит, что меня нет рядом, а когда я здесь, ведет себя так, будто знать меня не знает. Все сложно. Но послушай, он тебя любит. Ты его брат. У него странный способ это проявить. Ну так что, как думаешь, куда подастся? Не знаю. После всего, мне вряд ли дадут место младшего пошка физрука в детском саду. Ты еще молод. Надеюсь. Начать все с нуля было бы неплохо. Поешь, наверное, погляжу, что где и как. Wanna take me with you? Меня с собой возьмешь? Well? Ну? Sure. Конечно, конечно, я возьму жену своего брата. Finish up with those dishes. Домой тарелки, я подкиню машину. But I pick the music. На музыку убираю я. Yeah, never mind. Тогда не надо. You know I'm just messing around. Знаешь, ты просто дурачишься. It's hard to say. Трудно отказаться от того, чтобы начать жизнь с нуля. Always wanted to go to Norway. Я всегда хотел побывать в Норвегии. Посмотреть на северное сияние. В Россию, в Мурманск езжай. Ты будешь путешествовать, а я останусь сидеть тут. Да блин! Ты ж блин! Да блядь, еще хуже стало! Че, это был армейский стакан Дэвида! Он взорвется, как я не знаю кто. Я уже его слышу. Ух, мерзость какая. Свали все на меня. Он купится. Я ж криворукий урод, так? Это верно. Вот именно. Криворукий урод. Вот так. Гораздо лучше. Этот эпизод мне...
этот эпизод, чуваки, мне очень нравится. Настолько душевные и диалоги персонажей. Мне так нравятся Кейт и Хавьер. Они такие, ну, понимаете, вот там... Конечно, Ли крутой, Кенни крутой, Клементина крутая, но черт возьми, Хавьер ничуть не хуже. Ну и Кейт, блин, тоже прикольно. Мне нравится, как она заигрывает с ним постоянно. Так забавно, типа, жена его брата заигрывает с ним, типа, он такой молодой, красивый, а ее муж такой злой, суровый, типа, она такая, не хочу со злым и суровым, хочу с няшкой-братишкой. Так мило. Как мило. Еще милее. Guys! Удержать. Не, давайте подразним засранца. Hello. Давайте еще поцелуемся. Дэвид это заметил. Чуваки, мы с тобой раз в стакан разбили. Мне его подарил командир. И новый уже не падает, если ты не хочешь выкупить его гребаный труп. Ну а почему бы нам не купить посудомойку? О, ну вот опять. Тогда тебе не надо было ко мне цепляться каждый раз за каждое пятнышко на вилке. Это всего лишь стакан. Вот мне много значит, Хави. Стакан? Тебя, гада, год не было. Год! После чего, когда вся твоя жизнь покатится в жопу под кос, мы должны все бросить и раскатать красную ковровую дорожку до принца Хави. А теперь ты мне начинаешь жить, как мне говорить с моей женой? Дело не в нем. Серьезно? Это он стоит там и судит меня за то, что в нем ни черта не соображает. Ты знаешь его так, как я. Он всегда судит всех, кроме себя самого. Нет, чувак, ты зажрался. Знаешь что, Дэвид? Пора открыть тебе глаза. Кейт хочет свалить от тебя. Что? Хави, ты это сказала? Черт возьми, нет, мы разговариваем про путешествие, я... В общем, нет, я точно такого не говорила. Вообще. Три дня. После чего ты выматываешь за дверь, все ясно? Черт тебя за ногу. Хорошо, я испортил отношения. Хави, это мой муж. Мы состоим в браке. Если ты забыл, это на всю жизнь. Да ладно, чуваки, идете в ЗАГС, разводитесь, какие проблемы. Я же явно лучший вариант. Просто подумай, Кейт. Хавьер лучше. Просто не знаю, мне надоело, что он на меня наезжает. Мне это мое детство немножко напомнило. И мне не понравилось, то есть, что на Хави наезжают. Это чертов стакан, это чертов стакан. Господи, он уже разбит. То, что я никого-то это не понимал. Если ты будешь орать на чувака, кто разбил твой стакан, там, например, или не знаю, что-то такое памятное. Ну, черт возьми, что стакан соберется воедино обратно. Продолжай давить на рану. Что за нахер? Болевое ранение, верхняя часть живота. В нее попали. Что, черт возьми, случилось? Они появились из ниоткуда. Просто раз и начали стрелять. Застрели девочку. Марианна. Моя сестра. Твою-то мать. Нам уже свободное место. Боже мой! Нифига себе, там кровищ. Выходного отверстия нет, пусть застрял внутри. Глубоко. Чтобы понять, насколько сильно повреждение, надо ее вскрыть. Пожалуйста, дай тебе что-нибудь. Я беру сосредоточиться. Я знаю, что могу помочь. Я справлюсь. Нам нужно уйти. Просто скажи, что делать. Я сделаю, Гейб остается, лишние руки не помешают. Ладно. Готов? Да. Молодец. Гейб, ты должен будешь промыть рану, ладно? Да, хорошо. Кейт. Кейт, я собираюсь извлечь пулю. Видите, он как профессиональный лекарь. Вам вдвоем придется раскрыть рану как можно шире. Возьмите по сторонам и тяните. Сильно. Ой, сейчас будет тор. Ох, сейчас будет неприятно. Я удивляюсь, почему она не орет, чуваки. Это больнее, чем кажется. Отлично получается, отлично получается. Что же пиздец? Бля. Что там? Постой, это... Кейт, у тебя внутреннее кровотечение. Я залезу в рану и зашью ее, хорошо? Ну, Кейт, у тебя вариантов нет. Только в магию. Обманывать тебя не буду, будет больно. Очень. Держи рану скрытой, во что бы ты ни стала. На счет три. Раз, два, три. Так должно быть так задумано, что камера замыла. Давай, Кейт, держись. Вспоминай о том, как я держал тебя за руку, когда разбил стакан. Ты разбил стакан. И воду. Промоешь ей рану.
Okay. Ладно, мы будем в пищевод ей воду заливать. Какого чёрта? Что я наделал? Что я наделал? О, нет, это был спирт. Боже, чёрт! Прости! Гей! Все нормально. У нее просто шок. Да, давайте спирт пронзать. Закончу её зашивать, потом поговорим. Видимо, если гей бы не позвать, было бы лучше. Чёрт тебя заново. Вот страсть Христову пошли. Что-то мне это напомнило даже фильм «Страсти Христова». Там, конечно, Иисуса не вскрывали, но... тоже было немножко такое. Пожалуйста, не говори мне, что Мария. Я ложил ее как right можно now, удобнее. Сейчас самое разумное для нее — отдыхать. Ну да, когда она потеряла сознание, выглядело это неприятно. Но этот организм защищал ее. Я бы так хотел, чтобы я мог для нее еще что-то сделать. Ты сделал лучшее, что только мог, дал мне возможность сделать мою работу. Одно хорошо. Попади эту блюдо чуть ниже, и пуля заодно разорвала бы стенку желудка. Твой мальчик Гейб, свирепый такой. Он принял большую смелость, когда остался. Да. Ну так что, когда она встанет на ноги? Пока что состояние стабильное, но... у нее продолжается внутреннее кровотечение. Я не хочу тебя обманывать. Возможно, это всего лишь вопрос времени. Я рада была бы, если бы могла сделать больше. Спасибо за попытку. И за то, что не стала подслащивать пилюли. Хотела бы я сказать тебе что-нибудь получше, но... прости, Хави. I'm going to get cleaned up. Пойду приведу себя в порядок. А тебе имеет смысл поскать Гейба. Уходил он с очень расстроенным видом. От этого ему легче не станет. Still. И все же. I'll track him down. Ладно, поищу. Давайте поговорим. С голубой рубашкой. How's she doing? Как мне дела? Нехорошо. As well as can be expected. Да, в общем-то, не так плохо, как могли бы. Нужно было подождать меня, а не убегать тайком. Я помог. По крайней мере, в драке я пригодился. Хотя, конечно, откуда нам было знать, откуда ублюдки появятся с тобой, тебе себя разница была бы невелика. Может быть, кто-то судит, учитывая, что я все время здесь жопу грел. Ты себя пытаешься обвинить или меня, я не понял. Хреновая ситуация, просто знай. Я молюсь за тебя, за всех из вас. И что бы там ни было, приглашаю вас всех повеселиться в Прескоте. If that's what you повеселиться? Want. Nobody's gonna force you, but we'd be glad to have you all here. Sticking around sounds good. Повеселиться тут будет не было бы неплохо. Thanks for the offer. Спасибо за предложение. You're very welcome. Всегда пожалуйста. А, его Трип зовут. Черт возьми, все утро пытался вспомнить. Перебирал в голове имена Трап, Транс, Трансвестит, никак не мог вспомнить. Его Трамп, даже думал, что его Трамп зовут, его зовут Трип. Might have been faster than the horses we took. Так было бы быстрее, чем на лошадях. Мы проверим, чуваки, мы проверим. У меня другой сейф есть, где все будет проверено. И мы должны провести тест бутылочек воды. Давайте попьем воды. Немножечко воды вкусной. Если что, я скажу, что мне Трип все разрешил. Take free... Берите бесплатные образцы. О, бесплатно. Беру. Это типа тест воды? Прикольно. Даже в ленте таких не дают. Там есть и микроскопический кусок мяса, на зубочистке попался, то ты уже молодец. Помню, в детстве как-то в Метатор пришли в Москве, и там давали огромные куриные ножки просто продегустировать. Господи. Чуваки, нет, сейчас скажете опять все, я больше не говорю, приду. Скажете, что ей захотелось. Вон в таком самолете я как-то летал в Арканзас на игру. В прошлой жизни. Кстати, хипстеры какие-то стоят. Реально тут, по-моему, Прескот это рай хипстеров. Хипстер на хипстере. Выглядит не слишком-то крепко. Эй, ты видел тут мальчик, не проходи? Все руки в крови. И рожа вся такая мрачная. Пошагал он туда, ни слова не сказав. На твоем месте? Я пока его не трогал. Это так, просто добрый совет, как родители родителям. Да, уж как-нибудь обойдусь без твоих советов. Просто пытаюсь помочь. Честно?
Кровь-то, как я понимаю, не его. Его мачехи. Ради нее ты должен быть сильным, а что бы то ни стало. Если бы моя Франсин была в таком положении, я бы за нее дрался как дьявол. Если мы чем можем помочь, ты только скажи. Да. Спасибо за твои слова. Парень пошагал к передним воротам. Ну блин, сорян, что на тебя наорал темнокожий друг. Но иногда, понимаешь, нервы сдают. Хипстер продолжает разговаривать. Могли бы сделать хоть какой-то фоновый диалог, написать, а то как что-то... Что-то вообще не похоже на город, честно говоря. Вроде люди-то сидят и вроде общаются, но как-то все это выглядит немножко... Ну, знаете, как будто их там специально посадили, сказали, так, чуваки, сидите, вы нам нужны. Мне казалось, я просто что-то упустил. Нет, тут очень ограниченная локация. Вроде, кстати, кажется, что большой аэродром, но... На самом-то деле довольно маленький. Давайте выйдем. А быстрее можно? О, можно быстрее, да. Чуть-чуть. Но не намного, не намного. Кстати, бегать нельзя. Пойдем за нашим сынулькой. Не бей дядя. А, это зомби, ладно, бей. Гейб? Так, Гейб, посмотри на меня. Че скидки в стиме такие низкие? Побольше бы хотелось. Гейб, дашь нож за 12к? Там трек Final Fantasy 15 можешь послушать перед сном. I don't deserve to have this. Я этого не заслужил. I wanna go back. Я хочу вернуться. Go back. Вернуться? Where? Куда? To the junkyard. На свалку. I wanna go back and хочу вернуться Marianne. И похоронить Мариан. I know how much я знаю, Гейб, как тебе ее не хватает. Мне тоже. А Кейт? Мне было и нужно во время операции. Была нужна моя помощь. А я все обосрал. Сначала я сделал ей больно, а потом сбежал как маленький. Она так кричала. Ты пробовал там достаточно, чтобы принести пользу. И за это я тобой горжусь. You were there for her. Ты был там рядом с ней. As much as you could. Столько, сколько мог. It doesn't count. Это не считается. I'm done feeling this way. Мне надоело это чувство. Feeling чувство powerless. Бессилие. I can't be some helpless Я не могу little больше boy быть беспомощным мальчиком. I need to be Я a должен man. Стать мужчиной. Just like my таким, dad каким was. Был папа. He knew how men were supposed to act. Он знал, каким должен быть мужчина. You're already Ты уже мужчина, Гейб. I'm not. Нет. But at least по крайней I know мере, it now. Теперь я это знаю. Next time, в следующий I'm not раз sit back я останусь, не останусь в стороне. I'm gonna do something. Буду что-нибудь делать. I have to. Я должен. Listen, слушай, Gabe. Гейб, Ньюэлл, Габиан. О, Клементинушка нашла машинку. Что же, чуваки, а Клементина приедет к нам в следующей серии. Всем спасибо за просмотр. И все, чуваки, препятствий больше нет. Да пройдем сегодня эпизод, перепройдем первый. Ну, как бы я смонтирую перепрохождение, потому что я не хочу. Там очень просто много повторов, очень много того, что мы уже видели. Поэтому как бы смысла смотреть все это нет. А со вторым эпизодом не знаю. Мне кажется, тут намного больше различий, поэтому, возможно... Опять же, я вырежу какие-то повторяющиеся моменты. Я не хочу просто, чтобы мы пересматривали какие-то моменты по два раза. Зачем, как бы? Только то, что отличается. В общем, чуваки, всем спасибо за просмотр. До следующей серии. И, кстати, делайте репосты ВКонтакте. Всем пока.